Уже завтра почти 2000 музеев и выставочных площадок по всей стране будут открыты до глубокого вечера. К акции «Ночь в музее» присоединился и Ленинский мемориал. В год столетия комсомола организаторы подготовили программу под названием «Одна ночь в СССР. Любовь, комсомол и весна». Весь вечер в музее Ленинского будет проходить марафон экскурсий. Экскурсоводы проведут тематические экскурсии, расскажут о знаменитых симбирянах и ульяновцах в портретной галерее и покажут экспозицию выставки «Люди, изменившие мир». 18:00 музей Ленинского мемориала начнется театрализованная программа «Комсомольское собрание», подготовленная сотрудниками издательского дома «Ульяновская правда». Зрители смогут переместиться на 50 лет назад и узнать много интересного о строительстве самого мемориала. Для любителей активного отдыха на Аллее пионеров установят спортивную площадку. Весь вечер гостей будут развлекать музыканты джаз-ансамбля «Академик Бенд», симфонического и духового оркестров. Выставочные музейные экспозиции, входящие в мемориальный комплекс, будут работать до 10 вечера. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».